Есть. Опа, есть. Поймали. Все хорошо. Все. Я сейчас нахожусь на Степановке, город Томск, где сейчас снаряжается экспедиция на озеро Монатка. Это Кривошеинский район, недалеко от Кривошеина. Кривошеина 170 километров от Томска. А еще по реке мы пойдем 50 километров по течению по Оби. Итак, экспедиция. Входит я, Иван, канал Юрганов Лайф, Михаил, мой подписчик, друг и кто? Капитан этого судна. Вот на этом судне мы и пойдем рыбачить. Вроде как говорят, очень много рыбы, она на мелководье, как это будет, я не знаю. При этом к нашей экспедиции присоединятся еще трое точно парней, или мы к ним присоединимся. Но в любом случае, будем ловить рыбу. Экспедиция у нас займет 3 дня, начиная сегодня со среды, потом завтра целый день, и послезавтра с утра ловим рыбу, а потом едем домой. Как это будет, смотрите сейчас. Подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, пишите ваши комментарии, пожелайте нам... Нет, удачи не надо желать, иначе не будет рыбы. В общем, погнали, сейчас едем. Один из этапов нашей экспедиции — это необходимо скушать, съесть все эти пирожки. Целый тазик пирожков. И с ливером, и с картошкой, и с луком, и с яйцом. Конечно же, это шутка. Нет, первый этап — это нам по асфальту добраться 170 километров сквозь ремонты мостов, дорог и всяких разных пробок. Вон главные по мосту ходят и проверяют, как идет работа. Это у нас в этом году начался ремонт, который будет длиться 2 года. Подъезжаем к берегу. Газель — это наша вторая команда. Мы приехали на Обь, и вот наша вторая команда — это вот Костя, знакомьтесь, Константин, дальше Алексей, молодец, все подписчики мои, и Володя. Во, все, сейчас будем спускать. А, ну это Михаил, это Михаил. Будем спускать лодку на воду и попрем за рыбой. Вот это ребята загрузились, затарились, моторы на изготовке, а здесь у нас уже запасы пустеют, воды. Но воды, это воды. Основное там. Основное, да, я вижу, основное это водки. Это остатки с дороги. Отлично. Пошла разгрузка. Пошла разгрузка. Первая торпеда. Сейчас Володя выдаст рацию, чтобы можно было связываться на реке, чтобы никто не потерялся. Рация.
Здравствуйте. О, работает. Все почти готово, все загрузились, взяли хлеба, якоря, столики, спальники, водичка, бензин. Леша готов, Леша улыбается. Это первая лодка, это Володина, это Костина, тут с обтекателем, чтобы быстрее всех быть. Ну и с нами вот едут товарищи отдыхать. Или мы с ними, да, рацию нам дали, будем слушать все секретные места. Ну и Миша пошел мотор прогревать. Скоро рванем. Мы уже отчалили с Мишей. Наше первое судно. Товарищи еще пока на берегу. Но мы их в любом случае в какой-то степени подождем. Хотя у нас достаточно быстрая лодочка. Все. Погнали. Второй этап — это этап похода по воде. Порядка, наверное, минут 40 ехать. Ну не... Километров 30-40. В любом случае мы оторвались вперед. Нам в ту сторону, потом направо. А команду, оставшуюся нашу команду, ждем. Ждем здесь, когда они подойдут. Вон там далеко-далеко они маячат. А мы потихонечку, можно сказать, дрейфуем. Ждем их. Загрузились мы хорошенько. Тоже взяли пиво, конфетки, бараночки, кофеек, всякие снасти, спальники, матрасы надувные, куртки, чуни. Все, чтобы ночью не замерзнуть. Посмотрите, какая красота. Это опь, матушка, Сибирь. Красиво и сказочно. Сейчас нас зажмут в тиски. На место мы вроде-то и выбрались, но протоки-то нету, вода упала и, соответственно, пески. Я не знаю, как мы это туда попадем, но нам в ту сторону надо, говорят все старожилы. Кепка моя улетела. Ловим кепку. Миша ловит кепку. Опа, есть. Благодарю, Миша, давай. Все. Все выяснилось, протока не отсюда идет. А надо вон там заходить было и идти потихонечку. Сейчас вдоль берега, вон там и пройдем. Погнали. Необходимо нам вон туда пойти, к Володе. Ветки справа вдоль берега, идем так. Нас встречают ребята. Пошли. Глубина 2 метра, нормально, идем хорошо. Миша сразу не поверил сюда. Скажи, почему ты сразу сюда не поехал? Не знаю, вроде там проехал. Короче, не слушает меня. Я ему говорю, как, да ни разу здесь не был, но чуйка у меня работает. Щука первая будет моя, погнали. Глубина 0,9 метра, 0,7.
Зюганов Лайф на связи. Кто говорит? Мы идем, мы тихим сапом идем. Вас двоих впереди видим, оранжевых тоже видим. Справа корягу проплываем сейчас. Да, в том месте 0,9, эхолот показывал. 0,6. Самое минимальное. Ну, вроде прошли, не зацепились, подзелитесь там между коряг и деревьев. 0,3 вижу, 0,4. 0,4, 0,3 вижу. Рядом с корягой. А я здесь пески. 0,3 глубина была. Рыбачка. Ты видишь пески? Вот вот здесь пески. Вот правильно идешь. Правильно, правильно. Вот здесь. Вот вот здесь, самое глубокое. Мы по течению, да, идем? Да. Там что, коряги, что ли? Да. Бери правее, вот между вот этой корягой. Правее. Вот вот так, да. Вот здесь, да, 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 да. Да, верно. Справа песок. Четыре. Вдруг там был. Все. Вдруг там елка. Ну немножко может быть. Но аккуратней. Не, нормально. Швартовались сюда посмотреть, может здесь разобьем лагерь. В протоку заехали, там соседи уже живут, и вон там наверху. О, кстати, смотрите, сколько бабочек. А наверху и столик есть, все готово. Имеется в виду, аккуратно можно жить и будет счастье. Столик с картой? А мы в прошлый раз там были.
Толя, с картой? Да, с картой. С картой, он откинул. Мы тут уже кочевали не раз. Место свободное вообще, место. Ты можешь здесь план разрабатывать. Ну? Как раз таки. Стратегию, да? Да, где будем охотиться, на какую рыбу, какого размера. Все, вообще прям приехали в нужное время, в нужное место, свободное. Вещи из лодок сгрузили на берег, часть уже подняли наверх, я сейчас таскаю, но при этом уже поставили палатки, все четыре палаточки, покажу, как это выглядит, обустраиваемся потихонечку, идем, Миша накачал уже матрас, чтобы не на голой земле-то спать. Вот такой у нас лагерь получается, но это промежуточный вариант, результат, потому что еще не все готово. Вечер только впереди. Здесь Леша с Вовой, здесь мы с Мишей, там Костя, а там товарищи. Ну ладно, друзья, смотрите, что я вам хочу показать. Вот, это, вот этот сундучок, это золотой сундучок, это Костя. Костя, он с нами, он никуда не девался и хочет поделиться с нами вот такими вещами и рассказать про них. Воблер Куода. С этим воблером я стал чувствовать себя рыбаком, потому что единственный воблер, на что я конкретно прям клюет, советую. То есть. Есть еще белый такой же расцветки, но модификация как бы, как он выглядит, сейчас покажу. Так. Костя, пока ты ищешь, я тебе скажу, да, так, я вчера, даже. Секунду, я вчера заезжал в магазин и покупал себе тоже там поперы, не поперы, какие-то штуки. Во, вот такую штуку я купил. Ну, это хорватское яйцо. Да, хорватское тоже яйцо я купил. Одна штука стоит 320 рублей. Вы представляете, сколько денег Костя потратил на все вот эти наживки? Обалдеть. Вот советую в такой расцветке, вот такой воблер, то есть Куода. И что, прямо на расцветку все это прям влияет? Да, очень влияет. То есть вот именно вот в такой расцветке вот... У него такие же получаются. Да. Я их редко где встречаю, всегда покупаю. Вове тоже давал, пробовал, он такой воблер ловил. Обалдеть. Есть, я тоже. Ну так я тоже стараюсь покупать воблера. Ну, много на что здесь ловил, конечно. Ребята, я себе тоже, наверное, со временем куплю такой же чемоданчик. Как я понимаю, это все под инструмент, да? Но ты все это приспособил под. Да, это все для инструмента. Вот здесь ну... Ай-яй-яй-яй-яй. Тоже вот кодовки в основном. Вы посмотрите, как они блестят, какие острые крючочки. Сам бы ел бы. Сам бы ел, да, сам бы гонялся бы за ними. И тоже вот этот, но это для глубины я брал, но я на него не ловил. Все, готовьтесь. Ладно, посмотрим, что поймает Костя, что поймаем мы. Это будет трэш. Так что смотрите дальше, подписывайтесь на канал, рыбалка начинается. Стоим обед, шашлык с лимоном, ужин. Ужин? Ужин, но... Так время ужин какой? Пол пятого. Все. Обед. Как перец, как курица, как? Тушенка. Иван, ноль пьет. А ты? Я два пью. Пакетик-то маловатый. Да все вот. А последнее? Если грюк вчера был. Просто тупо стул поставил. Я только в избранное добавил. Ну, блядь, а дым соленый, что ли, блядь? Ну, а как, вода соленая, если... Шашлык посолить надо, ой, уголь посолить. Да, чтобы не было огня. Переворачивай. Ой, что-то не пошло. Там тоже порву. О, чеку выдернуть. До поры до времени. Думаешь, что кто-то что-то заставит? Че, в смысле? Вы про че? Ой, большая стопка какая. Ну? Так классно, не надо эти вырезать. А мы даже костер не разжигали. Вы, говорит, жгите костры, говорит, чтобы это... Отпугивает, да? Да. Да.
встает за стола. Не, мы бухаем, все. Он встает и идет чай наливать. Я же уже пошел. Мне-то еще накидали просто, все, самое тяжелое мне на водку. А, ну да. Так бы я вообще... Правильно пошел, там, я упер. Что из-за того, что у меня посадка там, что из-за того, что перегрузка? 80, ты 75, он 85. А ничего а не брали, масло? Ты тоже знаешь, весит. Там... Так а что, на веслах она... У нее нету веса. Их не доставал ни разу. Саморезы, я не стал их крутить, я попробовал. Вообще не хотел. Ну, а затвертки, блядь, проворачиваются. Я просверлил их, и на болты. Крови, нахуй, вон пальцы в крови, блядь. Вон мясо готово, какой пирожок. Сколько навешать? Блин, там яблоки нашел. Да. Свежий урожай. Леша. Блин. Ничего не забыл? Все собрал? Отобедали, а теперь сели по лодкам и поехали рыбачить. Миша готовит спиннинг к закидыванию. Только что прошелся шквальный ветер, и Мишину бейсболку сдуло. Вон она, ветром ее утащила. Сейчас мы за ней вернемся. Я тем временем собираю свою снасть. Достал вот поводочек. Сейчас воблеры, катушечка, и начнется. Собираюсь ловить рыбу вот на... Вот такую приманку, наживку, называется хорватское яйцо. Сам бы кушал. Ловим полчаса рыбу, пока ничего не получается. Повесил я лягушечку, потому что предыдущий поппер я закинул. Сейчас вот приближу, если увидите. Закинул, а он улетел. Не знаю, видно вам или нет. Ну, в общем, красненькое блестит, это имейте в виду мой поппер. Миша гребет, взял весло, и сейчас будет происходить счастливое спасение поппера, который я выкинул. Оборвал к чертовой матери эту леску. И Миша теперь гребет. Вон он блестит, прям приманивает. Самое обидное, что может щука сейчас клюнуть на него. Вон она рядом плавает только что. Хвостом вильнула. То есть вокруг она облизывается. Сейчас его сожрет и уплывет на глубину. Не поппера, ничего. 720 рублей. 720 рублей. 720 рублей покупал эту штуку. Ой, как блестит, а. Могу повернуть. А мой ли это поппер? Да, мой, да, точно, он сверху. Давай, вон уже щука рядом ходит. Отталкивайся просто от одна и все. Мотор поднять надо. Ага, поднять мотор надо. Миша говорит, поднять мотор надо. Поднимаем. Все, поднял. Так, вот он. Мишенька, поймай его. 720 рублей. Твой, мой, почему? Это красный. Давай. Сильно пойдем? Да, нормально. Да. Да, это он. С поводок моим поводком. Оторвался. И поводком. 720 рублей я вернул в казну. Ну, теперь здесь. Сейчас припаркуемся и будем здесь ловить. Наши ловят. Уха вроде как будет. Все, поймали.
Все есть. Вытащили. Наша очередь. У меня раз уж тоже сошла. У Миши два раза сошла. Ну, пока не поймали. Продолжаем. Так, у Миши клюет. Ты кого, блин? Кого? Кого? О, какой окунек. Да какой окунек-то, пацак-то? Тяни его. Окунек. Вот и все. Прям четко за губу. Миша счастливый. Обладатель окуня. Да, окуня. И говорит, тут щук много. Пацак дать? Пацак, дайте пацану пацак. Пацак, дайте пацану. Бегом. Все наживки у меня уже закончились. Я все поперепробовал. И пришло время уже рукодельничать. Каким образом? Я вот сам сделал, изготовил вот такую наживку. Яйцо не хорватское, а мое яйцо, так и будет называться. Мое яйцо, на него и буду ловить. Давайте смотреть, что поймаем. Глубина здесь полметра. И целые стаи мальков. Прям большое количество такое. Поэтому и щуки тут как грязи. Вот они, малечки. Миша поймал второго окуня и за губу, и сразу для повтора за жабры. Поэтому все, рыбалка начинается, душевная. Окунь, конечно, рекорд Гиннесса. Не дым, меня слышно? Не клюет. Приехали в лагерь, оглашаем результаты. Миша наловил. Два окунька, вот таких симпатичных. Дальше. Костя, хвались. Где? А что мне хвалиться-то? Мне его тоже. Вот, тоже окуньков наловил. Молодец. Володя сейчас сам и покажет. Давай, Володя, не стесняйся. Давай. Покажи нам. Сегодня первый. Это при том, что первый день зачета. Еще завтра будет, послезавтра. Короче, готовьтесь. Ну, и мужики здесь с берега тоже наловили. Ох, какой лещ. Хороший лещ. Еще где-то видели? Еще видели, да. Там было, это, щука. Была щука. Молодцы. Вот шеф-повар сейчас будет делать уху. Процесс уже у нас идет. Учитесь от Юрканала Лайфа. Чистить картошку. Вот именно вот так. Все как обычно. Природа, рыбалка. Миша. Итак, ночь прошла, наступил следующий день. Первые выползают. Давайте выходить. Давайте выползайте. Так. Миша уже стоит. Костя, прям как будто даже это уху не ел вчера. Всем привет, говорит. Все. Короче, рыбалка начинается новая. Новый день, новые щуки, новые победы, новые воблеры. Вот такая природа здесь. Тишина, птички щебечут. Туман. Лодки на месте. Вообще, смотри, он глаза даже не красные. О! Нихуя как золотая. День второй. Сейчас будет утренний клев. Все готовы, все расселись по экипажам. Запустили мотор и выдвигаемся. Сам не утони.
У Володи клюнуло, он поймал и что-то сейчас вытаскивает. Полкило щуки. Во, красава, первый есть на сегодня. Иван поймал рыбу. Вытаскиваю его сюда. Какой крупный. Опа. Наконец-то первая рыба, окунек. Ну где щука, друзья? Щуку, хочу щуку. Итак, первая пошла. Костя к нам подъехал с новостями. Для контента, для подписчиков. И говорит, я поймал что? Щучку. Щучку. Вот такую маленькую. Отпускаем. Пускай ее дедушка и бабушка подходят. Вот еще раз. Все. Были маленькие. Костя совершил очень добрый поступок. Пускай растет. Будем ловить новые и большие. Пришли в лагерь. Начался обед, спонтанный обед. Уха уже вовсю давно готова. Это вчерашняя, не успел снять, как ее готовили. Но картошку вы видели, чистили. Так, ну и себе добавочки. Вернее, первый раз будем добавочку брать. Вот здесь у нас и щука. Сварили на хвостах, плавниках и голове. С картошечкой и с комарами, как обычно. Накладываем. Вот мишки, самые жирные. Иван, ты мне бульки налей, мне не надо там много рыбы. Один кусочек был. Все, хватит, хватит, хватит. Картошечки на. Ну, чуть-чуть, мне все хватит. Ставь, ставь туда. Себе накладывай. И себе, да. Любимую. Рыба-то как консерва, да? Скумбрия, да? Но. Речная. Вот и считай, на. Вообще-то морковку-то не положили, да, по-моему? А разве в уху кладется? А для чего вы морковку покупали? Мы? Где чашка твоя? Видно? Да? Это подписчику, да? Да, это Костя вот, подписчику. Подписчику. Все хорошо, спасибо. Опачки. Добавили свежего лука, перчика и теперь пробуем, друзья. Супер. Вкуснятина. День второй после обеда. Ветер очень сильный, но мы все равно планируем пойти за щукой. Команда у нас будет Володя и Леша и
у нас на нашем прогрессе будет 3 человека. Капитан Михаил, Костя и я. Иван. Иван. Костя поймал щучку только что. Правда, она ее не кусала, а просто цепляла. Давай, Костя, цепляй. Пакет надо убрать. Поскакуться, да? Что, куда ее всю распорола? Ну не знаю куда. Куда ты ее? Будешь выпускать? Я не знаю, что вы не... Она съедобная? Конечно, можно уху сварить сегодня. Ну, давай, забирай. У нас все, сетка нет. Есть. Все, секундочку, достаем. Сеточку. Вот она, сеточка. И кладем туда рыбку. Дави ее просто сильнее. Там. Оп. Все. Первая пошла. Отлично! Есть. Давай, Миша поймал наконец-то первую щуку за первые 2 дня этой недели. Ребята, только что поймал вот такую щуку. Я не знаю, сколько она по весу, но это точно котлеты будут. Щучьи. Ребята помогли специальными вот такими инструментами, щипцами поглубже достал. Вот такие клещи. А поймал вот на вот такую лягушечку. Вот она. Вот, ребята, поздравьте меня. Это первая моя щука и самая, скажем так, ну, мне нравится, добротная. Спасибо. Здесь Костя только что поймал тоже щучку. Прошло, наверное, минут 10, он поймал. Смотри, даже эта наживка в ней осталась. Вон. О, да. Четко. Четко. Четко, классно. Красавица. Костя, поздравляем. Кайфово. Красавчик. Мы вообще красавчики сегодня. Да, хоть и ветер дует, но мешает. Но нам это не помеха. Ай, посмотрите, какая. Балдеж. Дети. Все, закидываем следующие. Такие щипчики берем и Костя достает. Оп-оп-оп. Тихо. Аккуратненько мы все сделаем. Нет. Мне на этот не зацепляйте. Вся в кровишке, конечно. Не зацепляйте, кстати, в первый раз я на нее поймал. Ну-ка, давай операцию тебе сделаю.
испортить. Продолжаем ее отцеплять. Жрет она прям сразу полтуши. До 1/3 своей длины может схватить. Поэтому что такое-то? Настроение, просмотров, счастья, любви. Короче, я весь рот уже разорвал. Ну, что тебе? Все, отлично. Изъяли. Вот такая. Очень даже возможно, что та щука, которую Миша подцепил пару раз, но не удержал, она соскочила. Вот как-то так. Она вышла сюда. Показывай. Поцелуй ее, отпусти. Не шатайте лодку. Миша закинул. Есть. Только что там взяла у него и отпустила. Дальше потихоньку. При этом до этого я только что поймал. Вот. Она сама залетела в лодку, я даже не отцеплял. Вот такая щучка. Так, там дальше где-то тоже гуляет. Играется. Все, жор вечерний начинается. Вот, вот такие красавцы. Ух ты какая! Ох, какая крупная щучка. Есть. Есть, 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 есть. Миша тянет. Подсак давай. Подсак, 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 я готов. Так. Говорят убирать камеру. Ну, я попробую вот так сделать. Главное не уронить. Видишь, подходит? Да. Только на солнце я не вижу. Вот она, Ваня, Ваня. Заводи. Заводи резко. Сейчас, 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 сейчас. Тихо. Тихо, под мотор пошла. Блять, иди. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, нет, ничего не делаешь. Ваня, блядь. Подожди, подожди, голову будет вытягивать. Не надо его. Да. Да, блядь, бери, блядь. Да ты, блядь, вот он. Вот, поймали с таким, конечно, подсаком, друзья, это полная жопа с таким подсаком, вот, но мы ее победили, отлично. Миша покажет подсак, каким мы ловили, вы представляете? Так вообще буквы задали. Но мы ее добили. Вот, смотрите, на яйцо поймал. Миша молодец, красавчик.
Кто поймал, кстати, ты, Миша? Да, Миша поймал. Красав. Давай, давай, давай. О, он показывает. Стакан, хвалится. Ну, побольше, наверное. Все, все, поехали дальше. Красиво. Все, все. Все упестили. В ламинаре это. Друзья, ну. Оно здорово, здорово. Хорошо сидело. Красиво. Ребята, руки трясутся. Это вторая такая у меня крупная щука. Поймалась на вот такое хорватское яйцо. Вот прям красиво за губу. Миша ее держит. Вот, вот такая красавица, смотрите. Обалдеть. Я доволен, друзья. Это супер. Как вам такой ловчик? Вот такая рыбка, щука. Щучьи котлетки будут. Погнали дальше. Здорово. Хорошо, 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 хорошо. Я здесь. Я здесь. Блин. Есть. Опа, есть. Поймали. Все хорошо. Все. Хорошая девочка. Вот это. Сейчас успокоится и все будет хорошо. Миша, твои впечатления. Сейчас дай возьму. О! Ух, ребята! Сколько это? А? Пойдет. Отлично. Сейчас уже даже поспокойнее. Да. Смотрите, вот такая отличная колбаса. Что, сфоткаем? Погнали дальше. Во-во-во, да. Покажи нам так. А, красавчик. Поцелуй выпусти. На сегодня рыбалка закончилась. 21:59. Время. Улов у нас такой. Приятный. Вот он. И мы едем сейчас домой. В лагерь. Завтра утром просыпаемся. И на утренний клев. А потом домой собираем вещи и уходим домой. В общем, поймали 4 штуки крупных, а вот эту маленькую решили отпустить. И Михаил сейчас это делает. Давай, Михаил. Все. Она поплыла. День третий. Дальневосточная. Раннее утро, 6 утра. Байки, шутки, прибаутки, больная голова, сгущенка, кофе. И в скорейшем времени будет рыбалка. На повестке дня рыба свежая. Поехали на утреннюю рыбалку. День третий. Рации так и пользуемся. Очень удобная штука, когда на реке, на больших расстояниях, чтобы не кричать. Включил, сказал, и отлично, все слышно, и тебе ответили.
Да, вон эти кусты все. Вон, между этими заходи. Прибыли вот сюда на место. Вчера мы осваивали здесь щук. Это недалеко от берега мы рыбачим. Миша вот с носа кидает спиннинг. А я здесь из каюты для отдыха. Вот берег совсем рядом. Щука в траве. Вот даже вода упала, да, действительно. Плюс вот она трава. Вот она. Все это цепляется время от времени. Миша решил хорватское яйцо поменять на какую-то другую наживку. Какой Миша берет? А Миша берет вот такую насадочку, да, смотрите, касатка. Касатка это у него называется. Я же все-таки попробую на лягушечку. Лягушечка, она прям действительно формы такой, как лягушонок. Буду запрасывать с такими крючками всюду. Итак, ребята, первая поклевка на вот такое яичко закончилась вот такой щучкой. Все, Миша мне помог под саком. Заловил ее. И теперь вон там опять плещется. Будем закидывать туда. У Миши клюнуло. Сейчас, 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 сейчас. Клюнуло где-то идет. Сачок наготове. Не вижу, Миша, показывай. А, вижу леску, леску вижу, вам пока не видно. Сейчас он ее. Так. Так, вот она. Михаил хочет сам достать. Ради бога, смотрим. Смотрим. А вот рыбешенька. Небольшая, но тем не менее. Я перешел на другой борт. Давай. Опачки. Красавелла. Конечно, у нас сачок сломался уже. Вот большой. Не очень качественный. Вот такую трубу не покупайте. А вот и рыбка. Ложи. Не знаю, как только что Миша поймал его за глаз как-то. Что-то новенькое. Все, давай. За глаз надо щуку ловить. За глаз, говорит, да. Как белки в глаз стрелять, так и это. Щуку ловить. Ну-то помельче. Вчера-то вообще радовало прям. Продолжаем. Продолжаем ловить рыбку. Большую и маленькую. Переезжаем на новое место. Вот вот сюда в траву Миша хочет. Вот, да, да, да. И будем кидать вправо и влево. Под ногами это полный трэш. Это полный трэш. Коленку ударил об эту коробку. Вот Миша заловил вот такого 500. Небольшого. Как нет небольшого, хорошего экземплярчика. Молодец. Продолжаем дальше ловить. Третий день рыбалки подошел к концу. Ну, сейчас время обед. Мы в обед и собирались уезжать. Собираем вещи с Настей, с Михаилом. И я пока немножко еще загораю. Комаров нету, гнуса нету. Можно это все сделать. Погода вроде позволяет. Но в любом случае мы едем уже домой. Это пятница, пора собираться. Рыбу буквально через мгновение покажем, сколько наловили, как отдохнули. Расскажу. Ну, сами понимаете.
собираемся. Трехдневная рыбалка у нас, по крайней мере, подошла к концу. В главных ролях был Володя, Константин, еще один Константин, Аркадий, который сейчас будет паштет кушать, и Алексей. Алексей, все. Поэтому они остаются, мы им передаем знамя, бразды правления, знамя передовое в их руки, крепкие, надежные, и они будут уже ловить щуку. Ну а мы собираемся наконец-то. А вот и трофеи. Это вчерашние щучки. Щучки 4 штучки. Хорошенькие. В общем, вот он улов. Пол кастрюли щук. Миша ловил. И я немножко постарался. Вот такая трехдневная рыбалка получилась на Манатке. А это с вами был канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Михаил, который уже устал. Ребята, которые помогали, веселили и учили нас ловить. Трехдневная рыбалка. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. Иван, до новых встреч. Канал Юрганов Лайф. Пока! Только в кучу кинул, сразу же это вернее попался. Если, короче, четко кидаешь прямо в толпу, вот смотри, еще разок покажу. Не докинул.